Привет всем! С вами Лилия Донскова. Сегодня обзор новинок каталога Oriflame номер 16. Это потрясающий предновогодний каталог, и у нас в этот раз изобилие аксессуаров, которые просто необходимы для того, чтобы блистать в новогоднюю ночь. И, конечно же, очень много подарков. И вопрос с тем, что дарить мужчинам, женщинам, девушкам, молодым людям, отпадает полностью. Во-первых, обратите внимание, вся коллекция уже упакована в красивые, шикарные коробочки такого дорогого орнамента, очень стильно черно-белое. И на каждой коробочке есть вот такой вот файл, куда можно вписать пожелания, поздравления, кому вы дарите этот подарок. То есть вы его можете оставить под елочкой с надписью, и тот, кому предназначен этот дар, найдя его, будет очень счастлив. Ну и начнем по порядку. Уж раз я взяла эту коробочку в руки, с нее и начнем. И здесь у нас потрясающий подарок. Это такой елочный шар, то есть уже с подвеской на елку, а внутри сюрприз. Вот так он раскрывается. И внутри носочки потрясающего качества с бантиком. Размер ориентируйте где-то 36-38, потому что они хорошо тянутся. Очень модные буклированные такие носочки, приятные расцветки. И шикарно они помещаются как раз в этом шарике. Следующая коробочка, тоже красивейшая коробочка. Здесь у нас набор украшений, россыпь бриллиантов. В него, в этот набор входит кольцо, серьги, гвоздики и браслет. Я примеряю колечко, чтобы посмотреть, какого оно размера. На большой не налазит. То есть примерно это 16-16,5 размер. Его можно чуть-чуть регулировать, потому что колечко у нас так оформлено, то есть оно не запаяно. А можно немножечко будет раздвинуть, но не сильно, чтобы не испортить эту гамму. Очень красивая, все переливается. Роскошный набор. Следующая коробочка, тоже что-то красивейшее. Ага, золотое искушение. Вот чем интересен этот набор? Здесь у нас две пары, как говорится, два варианта, как мы можем носить эти гвоздики. То есть вы можете одеть жемчужинку на гвоздик с кристаллом или подвеску, как золотой диск с россыпью такой кристаллов. Тоже очень оригинально и красиво, а самое главное функционально. Далее у нас еще одна коробочка. Очень интересно, что же в ней. И обратите внимание, это шикарный набор золотых пилочек. Здесь 4 пилочки в наборе. И они, конечно же, очень красивые, просто потрясающие. Ну и тоже можно подписать. Следующая коробочка. Что-то здесь должно быть оригинальное. Ух ты, ух ты. Ну и, конечно же, это шарф павлиний глаз. Это даже не шарф, а платок. Можете выносить как платок или как шарф на шее. И что здесь интересного, есть такая клипса, которая как зажим для шарфа, чтобы вы могли закрепить. Я покажу пример. То есть берем шарф, надели как-то оригинально. Вот так вот закрепили. Взяли клипсу и зацепили в каком-то месте. И у нас получается, будет шарф держаться, не надо делать каких-то узелков спонтанных, там, да, нагромождать. То есть вы это делаете красиво перед зеркалом, так как вам нравится, и фиксируете. Правда, здорово, я, наверное, в нем и останусь, мне в нем очень уютно и хорошо. И в пару, если вы хотите поздравить действительно пару, и вот у нас тоже в красивой коробке шикарный мужской шарф. То есть это подарок для него и для нее. Коллекция реноме мужская. В нее в состав входит достаточно много аксессуаров, но мы вам покажем шарф. Он очень теплый, уютный. Вот такого размера. Ух, огромный размер. То есть хватит нашему мужчине, или не нашему мужчине, утеплить свою шею и при этом быть очень стильным. Ну, это такая классика. Черно-серая бахромой. Самое главное, что это все уже упаковано.
Так, эти коробочки мы смотрели. Смотрели, переходим дальше. Что в этом сексуальном мешочке? Черная органза, алая завязка, и внутри тоже что-то алое. Аккуратненько извлекаем из мешочка. Здесь вот такой вот красивый аксессуар. Зеркало. И набор для бровей. Здесь есть пинцет, расческа, которая укладывает брови или ресницы расчесать, и кисточка для как раз нанесения красочки для бровей. Здорово. Очень оригинально и красиво. Далее у нас есть набор Холли. В него входит такое потрясающе воздушное легкое ожерелье. На тонкой золотой цепочке 5 жемчужин, которые украшены таким ореолом золотым. И в этой коллекции у нас сумка. Я думаю, вы на нее уже давно заглядываетесь. Ну и, конечно, мы до нее дошли. Это потрясающе такого кофейно-бежевого цвета. Очень уютный, красивый цвет. Сумка достаточно приличного размера. У нее есть два варианта, как ее можно носить. То есть за две ручки. Сумка на клепке. И есть большая ручка-ремень, который мы можем просто накинуть на плечо. Есть, кстати, регулировка, то есть делать длиннее или короче, то есть так, как вам нравится. Что у нас внутри? Я уже сказала, что сумка без молнии, только на клепке. Но есть очень крутой аксессуар внутри, который закреплен, его снять нельзя. То есть можно, в принципе, снять вот так с карабинчика, но сам ремешок останется внутри. Вот такая вот косметичка, как сумочка-косметичка, внутри, на замке. И в нее мы можем убрать денежки, телефон и ключи, да, чтобы это было у нас под надежной защитой. Обратите внимание, сумка без подклада, внутри дополнительных карманов нет. И она внутри под замшу, то есть снаружи кожа, внутри замша. Очень оригинальная, красивая сумка. Самое главное, что это сейчас очень модный аксессуар, который пользуется большой популярностью среди модниц. Далее у нас есть, сейчас мы до этой коллекции доберемся, это просто бомба. Несколько аксессуаров таких небольших, например, диск силиконовый для очищения кожи. Я попробовала на руке, это что-то невероятное, мягенькое, нежное, то есть никаких вот нет неприятных ощущений, наоборот, просто такой прям мур-мур-мур. Поэтому если вы хотите дать коже дополнительное очищение, да, нанести небольшое количество пенки и пройтись по коже, чтобы снять мертвые частички. Да, это просто прелесть. Вот честное слово, я когда это первый раз увидела, мне просто зашкаливают эмоции. Такой красивой маленькой коробочки с бантиком лежат два малюсеньких спонжика, да, такие маленькие блендеры для нанесения тональной основы. Как им пользоваться? Его желательно увлажнить, отжать, нанести тональную основу на руку и, взяв небольшое количество с руки, уже наносить на лицо. Эффект, конечно, очень классный. Знаю, что многие косметологи пользуются с удовольствием именно вот такими блендерами. И у меня дочка тоже любит такие блендеры. Поэтому я уже знаю, кому я это подарю. Есть такой красивый набор заколочек. 6 заколочек спиралек. То есть они таким образом накручиваются. То есть вы делаете сначала прическу. И потом аккуратненько, вкручивающим движением, закрепляете вот этот красивый страз у себя в волосах. Конечно, это очень нежное такое украшение для прически. Я думаю, что тоже будет пользоваться большой популярностью. Еще одна оригинальная вещь – это расческа. У нее пластиковые щетинки, то есть такие прям достаточно жесткие. У нее есть несколько секретиков. Сейчас попробую вам их показать. Ага. У нас есть тут зеркало. И еще маленький такой отсек. Наверное, здесь что-то можно припрятать. Может быть, заколочки как раз. Оп, на магнитике все.
И очень удобно бросить сумочку, она занимает немного места, и при этом у вас будет расческа, зеркало и секретный отсек. Переходим к следующему аксессуару. Это лосьон для тела The One Discuss. Одноименный аромат новой парфюмерной воды, которая вышла у нас в 15-м каталоге. Я в эту воду просто влюблена, и поэтому крем, он дополнит аромат воды и раскроет его еще сильнее. Мне очень нравится, когда все в одинаковой гамме, то есть чтобы не было такого смешения ароматов. Поэтому я очень обрадовалась, когда вышел лосьон, одноименный моему теперь любимому аромату. Ну и тут, конечно же, классный, бодрый такой аксессуар, красная мочалка для душа. Кстати, я знаю, что очень многие любят именно такими мочалками пользоваться, потому что действительно при таком малюсеньком количестве геля или крема для душа делают такую объемную пену, прекрасно отшелушивают кожу, массируют. Но это просто очень красиво, когда в ванной висит такой вот прям яркий акцент. Так, здесь мы закончили, и остался у нас еще один аксессуар. Это целая коллекция Enigma. Обратите внимание, какое ожерелье. То есть здесь у нас ожерелье, браслет, вот эти бусины, которые переливаются всеми цветами, то есть все цвета, которые будут в комнате, они все здесь преломляются. И оно просто играет, как будто это вообще что-то необыкновенное. Ожерелье и браслет на завязках. Поэтому здесь уже не играет роли размер шеи. Вы можете, да, регулировать так, как вам нужно. И вот эти все бусины, они обрамлены бархатной тесьмой. Это безумно красиво, нет слов. И в этой коллекции есть серьги. Это все те же модные гвоздики с двумя такими шариками. С одной стороны у нас тот же самый кристалл и бархат. У нас получается на задней части уха ножки. И сумочка. Ох, это роскошь. Как я люблю все роскошное и дорогое. Сумка очень удобного размера. Ее можно носить на плече. Можно убрать повязку, да, вот этот ремень вовнутрь. Она закрывается на магните. И что мне нравится, это модно сейчас. Вот это принт, да, стежка, как стеганое одеяло, и очень модный бархат. Бархат вернулся, сейчас он на пике моды, поэтому смело берите бархатные вещи. Внутри сумка отделана атласом бордовым, да, так, в эту же тему, и два кармашка и один карман на молнии. Очень красивая, стильная вещь. Такой винный, богатый цвет у сумки. Просто прелесть. Я думаю, что эту вещь очень быстро разберут. Момент. И у нас осталась с вами коллекция помад и блесков. Я покажу блески. Они небольшие. Что мне понравилось, это мини-формат Color Box серия. Мини-формат позволит быстро его использовать и выбросить, да, потому что я, например, не люблю, когда долго один и тот же цвет. Я часто меняю цвета. И люблю обновления или новую серию попробовать. А когда берешь большой объем, он нескончаемый, нескончаемый. Я пробовала самый темный оттенок. Мне было любопытно, как он ляжет на губах. Великолепный блеск, просто потрясающий. И он не такой темный, как в тюбике. То есть имейте в виду, что взяв самый темный оттенок, он будет на 2 тона светлее на ваших губах. Потому что это блеск. И я вам хочу показать помады. Вышло несколько оттенков, их получается 8 оттенков новых помад. Они тоже в таком красивом новогоднем орнаменте со звездочками, со снежинками. И мы вам покажем их вблизи, как они будут раскрываться. Мягкая корица, код 35118. Это самый светлый оттенок. Ух ты, какой шикарный цвет. Очень богатая, но это и есть корица. Следующий оттенок. Мерцающий нюд. Код 35119. Вот мне вот этот цвет больше всех понравился.
Я прям на него запала. Посмотрите, какой богатый оттенок. То есть он и не холодный, и не теплый, такой нейтральный. Следующий оттенок 35-120, пыльная роза. Ух ты! Это для любительниц розового нежного цвета. Следующий 35-121, розовое мерцание. Вот такой вот цвет богатый. 35-122. Искристый рубин. У меня уже рука заканчивается, а помады еще нет. 35-123. Так, это у нас оттенок вишневый блеск. Они очень близки. Вишневый блеск, он получается более темный. Следующий 35-124. Сочная черешня. Он более в красноту черешня уходит. И завершает коллекцию оттенок 35-125. Спелая слива. Это все те же модные оттенки сейчас, темные, приглушенные такие. Ага, вот он такой цвет, темный, богатый. Ну, мой любимчик, конечно, 19-й. Вот такая вот красивая коллекция. И сейчас мы с вами посмотрим, как работает эта новинка «Блеск для губ» с эффектом сияния. Я пробовала его без помады, это очень красиво и богато. Блеск переливается синенькими вкраплениями, весь очень такой... зимний, классный. Вот видите, одна капля как выглядит. Блеск рекомендуется нанести на помаду и дать ему высохнуть. Смотрите, как переливаются все губы. То есть любую матовую помаду вы можете обновить, добавив капельку волшебного сияющего блеска. Обратите внимание, что при покупке двух очень выгодная цена. На этом наш обзор закончен. Благодарю вас за внимание, желаю приятных, вкусных покупочек и до новых встреч! В этом году мы еще увидимся. Пока-пока!